Ольга Зверева стала призером третьей степени Всероссийской олимпиады школьников «Софиум». Интеллектуальная игра прошла для участников из 10 классов. 35 человек из 28 регионов боролись за победу. Готовилась я с февраля к заключительному этапу. К региональному я готовилась месяц. Везде есть свои сложности, конечно, но это было в удовольствие главное, потому что очень хотелось получить много новых знаний. Девушка обучается в президентском лицее «Сириуса». Она добилась высоких результатов и стала призером Всероссийской олимпиады. Участие в таких соревнованиях на знания помогает развиваться, заводить новые знакомства и приобретать важный опыт. Победители-призеры награждаются, соответственно, тем, что они могут 10 класса, например, посетить лагерь «Артек», наш знаменитый, для поступающих 11 классов, да, победители, им начисляются дополнительные баллы, и они могут поступить в университет Кутафина. Также ценные призы, грамоты вручаются. Олимпиада «Софиум» имеет уникальный подход к обучению детей, предоставляет им не только новые знания, но и учебный материал. Они могут применять их в повседневной жизни. Ваня Кабрамян, Алина Хачатрян, Александр Киреев. Время новостей.